В минувшие выходные в рамках международного пушкинского конкурса «Опять я ваш, о юные друзья» состоялось открытие выставки «Пушкин в творчестве Аникушина». Выставку открыли директор Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина Сергей Михайлович Некрасов и бывший мэр города Нарва, ныне депутат парламента Эстонии Эльдар Эфендиев. В самом деле сделано очень много. Причем это сделано благодаря энтузиазму, любви к Пушкину и обществу Софии, и Софье Малаевне, и теми замечательными патриотами города Нарвы, которые столь внимательно и с любовью относятся к своему делу. Мы привезли эти материалы в фонд, потому что нам хотелось бы, чтобы эти уникальные фотографии были здесь у вас. Искренне увлеченный личностью поэта Михаил Константинович Аникушин на протяжении всей своей творческой жизни развивал пушкинскую тему. Он стал автором 14 памятников Александру Сергеевичу Пушкину, установленных в России и за рубежом, в их числе знаменитого памятника на площади искусств в Санкт-Петербурге. В экспозиции были представлены как материалы из собрания Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина, с которым скульптора связывала многолетняя дружба, так и из частной коллекции семьи Аникушиных. Посетители выставки смогли увидеть скульптурные миниатюры, многочисленные рисунки, сделанные скульптором, в основу которых зачастую положены автопортреты поэта из Ушаковского альбома 1829 года и значительный фотоматериал. Выставка в Нарве организована Всероссийским музеем Александра Сергеевича Пушкина и Нарвским культурно-просветительским обществом «София».